Добро пожаловать в Лейстерский клуб СТ-26, и сегодня я вам покажу, чем завершились мои попытки подружить самый обычный телефон с донглом RTL SDR. Итак, все, что нам понадобится, в принципе, это программка SDR Touch, донгл, ну и в данном случае серийная антенна, я ее, конечно, прицепил, антенка не ахти, но первые результаты показать можно. Запускаем SDR Touch. Все, у нас все работает. Ну, в данном случае мы можем выбрать, наверное, только FM-станцию. Ну, либо демонофон. Ну, к сожалению, сегодня... Что у нас делается на 22-м канале, я вам показать не смогу, потому что... Хотя нет, смогу. Так, сейчас посмотрим. В данном случае 14-й канал. Переговариваются наши дорогие городские англичане. Вот так вот. Из обычного донгла за $10 и мобильного телефона вы можете сделать универсальный сканер. В дальнейшем выпуске я вам покажу, как сканировать частоты, как записывать и делать всякие другие чудеса.